Киеве вновь атаковано здание Россотрудничества. Несколько человек в масках забросали его фаерами и дымовыми шашками. Все произошло поздно вечером. Когда полицейские прибыли на место, там уже никого не было. А утро сотрудникам пришлось начать с отмывания копоти. Подобному нападению киевское представительство Федерального агентства по делам СНГ уже подвергалось в апреле. А на прошлой неделе три десятка молодых людей вовсе ворвались внутрь и сорвали презентацию книги автора, которой они объявили антиукраинцем.